Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 20 seconds of the very first round. Declaring the winner by submission due to a bulldog choke, Ben Bucky Aspen. Я с победителем Беном Аскрином. Бен, поделись своими мыслями по поводу того, что только что произошло в поединке. Слушай, мне хочется узнать, как быстро Дэна начнет ныть по поводу этой остановки. Это будет быстро. И еще один момент. Дэна, это лучшее, что ты можешь предложить? Давай их сюда, детка. Бен, как ты думаешь, он действительно отключился? Слушай, ну если глянуть повтор... Я был немного удивлен, потому что Херб внимательно смотрел, что происходит, спросил Робби, ты в порядке, и не услышал ответа. И знаешь что, Джо, ребят, можете меня освистывать, но в конце концов я не рефери, не я остановил бой. Робби это вообще один из моих любимых бойцов, так что было стрёмно в принципе биться с ним. И я был серьезно дезориентирован, потому что он очень жестко бросил меня на голову, поэтому какое-то время я приходил в себя, но в целом я выполнил свой план на бой. И фанки-шоу не заканчивается, двигаемся дальше. Бен, мы думали, что он отключился, но в конце он тут же вскочил на ноги и начал протестовать. Ты разочарован или воспринимаешь это как хорошую победу? Слушай, повторюсь, я ведь не рефери, я просто выхожу и бьюсь. И как я сказал, Херб спросил, ты в порядке, не услышал ответа. И это все, что я знаю. Ну что ж, поздравляем, добро пожаловать в UFC. Бен Аскрин, леди и джентльмены.